Под каким оп знаком зодиака вы бы не родились, есть то, что показано абсолютно всем с утра. Это не только лук, это, конечно же, завтрак. И если ваше вдохновение подходит к концу, и вы уже не знаете, чем удивить ваших домочадцев, утро с вами спешит на помощь, а точнее наша рубрика «Завтрак на 100». И сегодня у нас очень необычное блюдо. Итак, сегодня мы будем готовить салат с макаронами и фруктами. Ты знаешь, мне это напоминает историю создания майонеза. Здесь, наверное, также автор этого блюда не ожидал увидеть незваных гостей, просто смешал все, что было. Вполне возможно. Уж не знаю, так ли это на самом деле, как, в общем-то, не знаю, будет ли вкусно наше творение. Впрочем, мы проверим через несколько минут. Итак, Ира, что нам понадобится? Набор довольно-таки прост. 250 граммов макарон. Мы используем макароны от торговой марки «Алейка». 150 граммов йогурта, 100 граммов сметаны, 2 апельсина, красный лук, 1 красное яблоко и 1 огурец. Ну а также 3 столовых ложки сока лимона и апельсинового сока, 1 столовая ложка майонеза, белый молотый перец, сахар и соль. Как мы готовим салат? Итак, в подсоленной воде отвариваем макароны, после некрупно режем огурец, шинкуем лук кольцами, апельсины разбираем на дольки и удаляем пленки и косточки. Тонко нарезаем яблоки и сразу сбрызнем соком лимона. И тут, конечно, самое интересное. Мы смешиваем йогурт, майонез, сметану или сливки можно, опять же, да, сок апельсина, добавляем соль и перец, а позже охлажденные макароны перемешиваем с соусом и нарезанными продуктами. Да, звучит, конечно, странно. Ну а сейчас проверим, каково же это на вкус. Поехали. Что, наше экспериментальное творение салат с макаронами и фруктами готово, Ира? Наш супермикс. Ой, супермикс. Овощей, фруктов и макарон. Пробовать-то страшно, если честно, потому что у меня один лук попадает почему-то. От семени недуг. Ну что, Ир, ну что? В меру солененько и пикантно. Неплохо. Друзья. Слушайте, правда вкусно. Одним словом, друзья, мы по-прежнему ждем от вас необычных рецептов. Этот необычный рецепт мы также получили от наших телезрителей. Нам он показался крайне странным, а оказался-то он крайне вкусным. Поэтому присылайте их к нам в группу «Утро с вами» ВКонтакте, либо на почту utrosobaka.sibinformbyro.ru. Мы будем ждать, и мы ваши рецепты обязательно воплотим на нашей и попробуем телекухне.